Мать моя женщина, рот мне в ноги, вот это да! Внимание, обнаружена халява! Чтобы получить 200 голды, тебе надо поставить огромный лайк, подписаться на мой канал, подписаться на мой второй канал, ссылка на который есть в описании, также написать хороший комментарий плюс свой ID и нажать на колокольчик. Ну что же, а мы идем дальше. Приветик всем, ребята, Кента пока на проводе, и сегодня мы будем снимать кейсы. Да-да-да, настал этот долгожданный момент. Я напоминаю, что если вы, вот именно ты, поставишь лайк, и мы, ребята, наберем 10к лайков, то я обязательно сниму продолжение, потому что, черт возьми, у меня еще есть 5к голды. Так что, ребята, надо их потратить, так что ставьте лайки, и, пожалуйста, напишите в комментариях, как вы думаете, что мне выпадет. Ну что же, поехали. И начнем наше замечательное открытие кейсов именно из Furious кейса. Я очень хочу керамбит Dragon Glass. Поехали. Керамбит, иди к папочке. Давай-давай. Керамбитик. Так. Ну, блин, ну хотя бы Furious Spirit. Ну, хотя бы статрек, хотя бы статрек. Нет. Нет. Так, ну что же, идемте дальше. Origin кейс. Обычно это самый невезучий кейс, но, возможно, нам сегодня повезет. Блин, ну почти G22, ну что это такое? У меня такое ощущение, как будто кейсы меня просто-напросто стебут. Где нормальные скины? Ну черт возьми. Ребята, напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы думаете, мне выпадет что-то хорошее или нет? Если да, то напишите, как вы думаете, что? Блин, я очень хочу, очень-очень хочу G-команда, прям мечтаю. Пожалуйста, G-команда, иди к папочке. Так, уже был G-команда, уже был. Так, так. Не-не-не-не-не-не. Хотя бы статрек, статрек, статрек. Так, ребят, чё-то это очень плохое начало. Блин, ну обидненько, скажем так. Ну чё, поехали. Ribble Case. Давай, не подведи, пожалуйста, хотя бы Ribble Case. Так, MP7 Offroad, статрек, статрек, статрек. Я открываю кейсы, трачу голду, а мне выпадает MP7 Offroad? Вы серьезно? Так, вот сейчас, вот я чувствую, ребят, выпадет минимум Акар Некромансер. Вот я чувствую. Смотрите, поехали. Акар Некромансер, иди к папочке, Акар Некромансер, Акар Некромансер, Акар... Мать моя женщина, рот мне в ноги, вот это да! Вот это да! Офигеть! Блин, просто, ребята, напишите в комментариях хэштег волшебник. Я в шоке! Как я это угадал? Вот скажите, как? Это просто самое нереальное открытие кейсов. Я в шоке. Просто, ребята, обалдеть. У меня нету слов. Поехали дальше. Я в шоке. Я просто в шоке. Фух, хотя бы АКР-12. Ну хотя бы это, ребят, хэштег хотя бы это в комментарии. Блин, ну конечно, АКР Некромансер, он меня удивил. Вы посмотрите, какой замечательный, офигенный скин. О, да, детка. Блин, просто офигенчик. Так, погнали. Ribble Case. Давай, не подкачай. Нам надо опять минимум Акар Некромансер. Давай, опять минимум Акар Некромансер. Так, так, так. Ну, хотя бы сотрек, хотя бы сотрек, хотя бы сотрек. Эх, а все так хорошо начиналось. Блин, ребята, это было обидно. Так, ну чё. Я хочу Акар Трэшер статрек. О, вот это было бы офигенно. Поехали. Давай, АКР Трэшер статрек, иди к папочке. Так, я не понял, это не АКР Трэшер, это какая-то какашка. Да ну в задницу, блин. Так. О, G-команда, G-команда. Блин, ну хотя бы статрек. Блин. Опа-па, а вот это уже интереснее. Это, ребята, уже Furious Case, и из него она может выпасть керамбит. Я бы не отказался от керамбит Dragon Glass. А ну-ка, керамбитик. Ну, керамбитик. Так, я не понимаю, я сказал керамбит, а не вот это говно. Фу, блин, вот если будет выпадать так и дальше, я удаляю стендов. Так, давай что-то хорошее, что-то хорошее. Ну, блин, а карбон. О, статрек! Обалдеть, мы опять окупились. Фу, вот это да, блин, реально офигеть, как крутое открытие кейсов. Просто, ребята, офигеть. Блин, я насколько рад. Фух. Так, ну чё, идемте дальше. Furious Case, давай, не подведи. Керамбитик, керамбит Клоу, пожалуйста, пожалуйста, керамбитик, иди к папочке. Так. Нет, 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 нет. Блин. Так, чё-то, ребят, чё-то как-то не очень. Идемте дальше. Пожалуйста, ну хоть какой-то керамбит. Мне ни разу в жизни не выпадал никакой нож. Опа. Легендарка, это, ребята, уже хорошо.
Конечно, хотелось бы побольше, но легендарка тоже неплохо. Опять открываем Origin Case. Давай, Origin Case, не подведи. Пожалуйста, 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 пожалуйста. Сатрек, 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 сатрек. Так, я понял. Без комментариев, без комментариев. Идемте просто дальше. Погнали. Ля-ля-ля, тополя. И кентухи выпадает. Спасибо. Это прям скин моей мечты, ребят. Всегда мечтал о этом скине. Он же такой дорогой. Пожалуйста, ну хотя бы в этот раз, ну не подведи ты меня. Опа, керамбит был. Опа, опа, опа. Опа, Америка, Европа. И Кент АПК получает скин за 2 голды. А потратил 100. Нормально, нормально, ребят, бывает и такое. Да, нормально, нормально, нормально. Поехали, открываем дальше. Ривал Кейс. Погнали. Ну, пожалуйста, ну хотя бы Джиком... О, Джикоманда. Обалдеть, какие были крутые скины, вы видели? Слева G-команда, справа G22. И мне выпадает MP7 Offroad. Ну, конечно же, чтобы еще мне выпало. И открываем Rival Case. Давай, Rival Case, ну не подведи, пожалуйста, пожалуйста, ну не подведи, не подведи. Статрек. Блин, блин, ну, по крайней мере, один статрек мне выпал, это тоже хорошо. Так, ребята, у нас осталось ровно 2 кейса. Я не знаю, надо какое-то заклинание сказать. Абракадабра, керамбитус, выпадимус. Давай, керамбит. Не подведи. Заклинание было. Теперь мне выпадает. Ну неплохо, неплохо. Заклинание сработало. Ребят, это уже неплохо. У нас остается ровно последний кейс. Блин, это реально опасно. Ну что же? Ну что же? Поехали. Просто, ребята, поехали, давайте. О, керамбит клоу, керамбит был, керамбит был, керамбит был. Блин. Опять выпал Desert Eagle. Короче, ребят, обязательно поставьте много лайков, потому что если вы наберете много лайков, я обязательно сниму продолжение. В принципе, открытие кейсов неплохое, потому что мне все-таки выпал АКР Некромансер, это уже неплохо. Также у меня к вам одна небольшая просьба, поставьте огромный лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Ну что же, с вами был ваш Кент АПК, всем удачи, внизу ссылочка на мой второй канал и на группу, вступайте в группе Крутой Конкурс. Все, ребята, всех люблю, всем удачи и всем пока. Пока-пока.